Хей, йо, гайс, мы с вами продолжаем проходить игру под названием South Park Палка Истины. В прошлой серии мы повыполняли некоторые миссии. Мы очистили в баре там деятельность такую. Теперь мне нужно идти в дом Кенни. Дом... Так. Дом. Внизу, да? Хорошо. Тогда бежим, пока нас никто не споймал. Так, через детский уголок и сюда. Мы уже все с вами поискали, что нам нужно, понаходили. Так, здесь были крысы, теперь их нету. Ого, еще один. Так, нужен ключ. Так, тут крысы, хорошо. Ух. Бомжи опасны. Бомжи опасны. Так, мы, короче, поговорили с Ником, он попросил нас с вами, так сказать, прийти в это место и забрать ингредиенты. Безумный бродяга, нихера у тебя хп. Ай-яй, слишком много у него хп. О, так у меня теперь хватает на оглушение. Баттерс. Время. Не-не-не-не, время способности. Зараза, отхилился. А ну кого попробуем? 5 кровотечений. Ну и все равно отлетит. 92, хорошо. Не, дротик хорошая вещь. Если так, лучше дротиком атаковать. Так, подожди, есть еще, по идее. Без у меня заданий. Находки. Снаряжение. Всего 103 предмета в игре. Задание, группа. Ага, прирожденная жертва. У Баттера такой невинный вид, что так и хочется ему врезать. Вероятность того, что враги атакуют именно его, в 2 раза выше. Целебная молния. Баттер так превращается в злого гения профессора Хауса и выполняет случайную разрушительную атаку. Что? О, это же для меня. Это для хороших людей, которые снимают гостиный домик. Ой, на заднем фоне я уже видел, какой там люди. Да-да, посылка для кофе Твика у нас. У тебя есть конверт? Эти знахари должны быть варят секретное зелье. Интересно, лечебно ли оно? Эй, это не тот мальчик, который обычно забирает посылку. А? О, черт, это мент! Ну, вообще, это бандиты. Так, Баттерс, я думаю, время начинать. Хорошо. Так, отлетаешь. Отлично. Добиваем.
Так, я тебя дротиками закидаю, сори. А если сильную метну? А, только обычную. Буду знать. Ну просто мне мне выгоднее дроти. Ну блин, там получается он не по одной цели бьет, поэтому такое. Так, хорошо. Если нарушится. Так, куда ты лезу? О, я маячок повесил. Так, кровавая дубинка Кенни. Кровавая дубинка Кенни. Воплощение в себе традицию гопника. Втыкивая гвозди в любые предметы с целью превращения его в смертельное оружие. Нож получше. Наша будет получше. А, вот пакетик. С антивитамином. Антифетамин. Не попасть. Спасение это грязь. Следует избегать. Хорошо. Если ты потерялся в затерянном лесу, забирайте напарника и... О, привет, ты новенький. Моя сестра принцесса написала мне про тебя в смс. Она считает, что ты... Ухаживай за ней. Прости, желанием удобно получить. Обычно они очень веселые и энергичные. Кенни. Баттерс, я надеюсь, ты вот это вот не видишь. Кольцо. Кольцо, кольцо, кольцо. Ладно, полетели. Ладно, полетели возвращаться. Куда? Относить. Правильно, относить, относить, относить. У нас по главному ничего нет. О, смотри. Сдается мне. Отыскать тех тварей, о которых я тебе говорил, будет не просто, новичок. Один из предметов. Что здесь еще есть? Здравствуй, мой юный друг. Это Элгор. Я здесь небольшой. Я здесь на большой аватарке. Я разговариваю с тобой сейчас. Че нажал? Показать архивные сообщения. Здесь с подружкой с новенькими. Он очень хороший. Надеюсь, я ему нравлюсь тоже. Окей. Так, быстрое перемещение. Ух ты. Члены медведа свин. Горячий кофе. Ну давай. Подожди, а что здесь еще? Найдите место, куда можно положить заплесневелый. Стоять. Ищем. Где-то какое-то место нужно найти.
А, я первый сделал удар. Нафиг надо. Так, во-первых, мне желательно посмотреть, сколько хп, если пишет. Иммунитет к магии. Иммунитет к отношете. Хорошо. Пятьсот хп. Ладненько. Бешеная помойная собака. Так, Баттерс, поехали. Удар. Нужно было дротиками закидать. Ух ты ж, ё-моё. Так, дротик, поехали. Ну, здесь наносится больше урона, потому что плюс... Тут одна цель. Так, вернись из Джимба. Хорошо. Полетели сюда тогда. Погнали наверх, сходим. Посмотрим, что там, да и как. Это мне нужно пойти там, где колокольчик, да, повесить? Ой, стоя, как мне? А тут? Блин, надеюсь, там этих пацанов нету. Может, тут... А, нет, тут закрыто. Вот здесь что? Тут можно залезть. Выше можно залезть. Так, здесь же у нас второе еще задание. Это с членом-медведем с видом, да? На. Окей. Побежали дальше. Так, нам получается отсюда нужно бежать к Твику. Видите, как хорошо, когда у нас уже есть быстрое перемещение, мы можем все быстро делать. Нам еще нужно будет в школу пойти, и от школы мужик этого найти. Вы молодец! Посылка у тебя? О, спасибо, друг. Пап, я закончил работу, можно я пойду поиграю? Где сегодняшняя посылка? Вот тут. Да, вот этот товар. Хорошо, Твик, можешь пойти поиграть немного, но возвращайся до темноты, а то будет как. До темноты подобное свежевыжатому молочному полностью ограничить смеси гиперона. Я пойду переработать, встретимся в королевстве. Ключ. Скорее всего, это от этого, да, ключ? Она же была закрыта у нас. Да, забрать все. Роба инока, перчатки инока. Так, роба инока. Шита с презрением к материальному богатству. Вызывает кожный зуд. Увеличивает максимальный запас здоровья на 5. Сыры, так, подушечки восстанавливают 5 здоровья на каждом ходу. Херня. Перчатки инока. Так, говорят, если надеть эти перчатки и соединить ладони, можно поговорить напрямую с Богом. Исцеляет способности восстановления на 10 больше здоровья. Работает это, если меня будет Баттер схилить. От исцеления ты получаешь дополнительные 25 здоровья. Работает ли это на Баттерсе? Тут вопрос. Ладно, потом можно узнать будет. Думаю, потом можно будет узнать. Так, у нас где-то две девчонки были, которые говорили, тебе нужно больше друзей, чтобы я тебя приняла.
Это около школы как раз, да? Не, подожди, около дерева была. У нихера. Охота на крупную дичь. Так, мне еще сюда нужно айпад отнести, да? Мне в школу нужно сюда сходить, нужно сюда, сюда. Давайте, в принципе, я тэпнусь вот сюда. А мы пробежимся, и там, по идее, должна быть девчонка эта. Или она справа, с правой стороны. Согласна, что она справа? Так, это наш дом. Значит, она слева. Вот она, да? Ну, ты набираешь популярность? Да, это так. А, тут у нас закрыто. Так. Белый дом. То есть фиолетовый, оранжевый. Угу. То дом Твика, если не ошибаюсь. Так. Фиолетовый дом, вот этот. Пойди здесь. Мы можем отдать айпад, да? Да. О. Ничего. Отличный кадет. Галактика в долгу перед тобой, да? Будет тебе известно, что я всегда буду. И всегда буду. Окей. Вулкан повсюду выполнен. Так, хорошо. Быстрое перемещение. О, новое оружие. Замедляющая ракета. Всю ночь приложил в морозильнике. Набито всяким добром. Замедляет цель. Ну, блин, снова же... Хотя урон... Ну, блин, здесь мы три делаем. И рандомным. Ну, там кровотечение всем дается. Такое. Так, телепорт. Гол в церковь. Возьмем, найдем Иисуса. Потом нужно будет к мэрии сгонять. А кто еще говорил, что ты недовольно непопулярен? Ты тут? Ты нашел меня? В следующий раз мне будет не так легко найти. Ты нашел Иисуса. Окей. Подожди, может, все-таки ты? Нет. Гу в школу. Кто это что? А, там телепорт нужен. Не, его нету. Найди Иисуса. Ой, сюда. Ого, все-таки в школу, короче. Поговорим с теми типчиками. Мы ж уже приоделись, плюс. Мы ж приоделись, не забываем. Enjoy your popularity and 1.9 children in your 401k. Go conform somewhere else, kid. Щелкаем, а точно. Челк-эрик Эмма. We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like we do. Смени прикид. А что мне по прикиду? Так я все купил, в принципе, что можно было. Подводка для глаз. Здесь ничего. Не шарю. Перчатки.
Что я еще могу? А что мне еще нужно? Go conform somewhere else, kid. Не врубился, окей. О, боже, да. Ну тогда полетели за одеждой. Снова. Тогда за одеждой снова. Бэк. Бэк. Йоу. I'll give you a good price. Давай. Имидж. Подводку я купил. Да, все, чего мне тогда не хватает? Все куплено, все есть. Го к Джимбо тогда. Заскочим. Может, она нам что-то скажет, цены. Джимбо. Джимбо, Джимбо. Так, это сколько мы уже двоих, да, отдалили? Чем я могу тебе дать, новичок? Большая охота. Отлично, я пойму, как заполучить в мешок свою первую собаку. Это очень лично для меня. Иногда мы потеряли половину отряда, сражаясь с королевой в Ханнесе. Насколько нам известно, ты чертогерой, малыш. Мы оба гордимся, что ты у нас есть. У меня нет слов. Не дождусь, когда увижу, кого ты прикончишь. О, противогаз. Так, слушайте, в принципе, этот меч можно и так использовать. Получите бонус к атаке после идеальной атаки. Урон от оружия увеличивается на x3 показания брони. Цель и противника на ней. За ней противник. Слушайте, можно купить, в принципе. 8 левел нужен только будет. Го, пускай будет. Нет, сюда никого не прицепили. И здесь никого нету. Ладненько. В принципе, там далеко до этого. О, туда херячит, херячит только. Окей, поехали. Маска. Защита от самых вонючих газовых атак. Что за херня? О, нет! Ну, все, приятель. Делаем таким образом. Не-не, я даже сделаю по-другому. Мы берем способности, оглушаем тебя. Пока ты в оглушении, Баттерс херячит тебя молнией. Feel my righteous fury. После чего я в тебя закидываю дротиками. И все готово. И все готово. Так, новое оружие. Незваный гость. Воскрешающая буррито. Так, шапка. Шапка инока. Палка и шапка. Ту-ту-ту-ру. Так, родственный короткий меч обладает компенсирующий эффект. Полицейская дубинка мордобоя. Последний писк моды в стиле, так, в сфере власти. Такое. Так, клобук. Пока никто не видел его, обмакнув в святую воду. При исцелении.
А что? Что он еще там показывал мне? Велосирэпер. Проход куда-то. Портфельчик. Фоточка Николь. Yeah? Да. Can I help you? А чем могу быть полезен? What's this? Что это? Oh, а, эльфы опять палку отобрали. Одну минуту. Благодарю за весь спутник. Немедленно поспешу в крепость. Мам, ты отвезешь меня к Эрику домой? Так, все готово. А теперь за мной так смотрят. Security. Along, не загораживайте проход, сэр. Не могу смотреть на вас без... без... на вас без глубокого стыда для себя. А какой нужно было прикид? Я думал, может, перчатки? Должны быть, были другие какие-то быть. Блин, го, сохранюсь, а то мало ли я уже сколько прошел, по сути. Сохранить игру. Нет, 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 нет. Го, что у меня есть по прикиду? Мальти-чародея. Но у него не было ни хера такого. Перчатки самурая. Тренировочные перчатки. Мне кажется, у меня одежда какая-то должна быть другая. We don't hang with conformists. Go get the stuff to look like Find me. Your own pit of despair. God. There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. Так я уже ходил к нему. Я у него скупил все. Татуировка в форме слезы. Ну, правильно, Эмма. Головной убор, или мне нужно это снять? А, красители есть, подожди. Стоять, стоять. А как мне знать, что какой у меня есть цвет, а какого нету? Найс, короче, хер его знает. Короче, хер его знает, ладно. Не хотят они. Enjoy your popularity and 1.9 children in your 401k, conformist. Что вы, блядь, несете? Как мне тогда одежду купить? Подождите, может мне нужно это? Войти в дверь? Попытаться постучать. Find your own pit of despair. Go conform somewhere else, kid.
Давайте попытаемся в двери войти входную. Вот эту. Чик-чик-чик. Закрыто. Окей, что делаем? Ну, в первый я могу пойти сюда. Охота, охота, охота. Гу, короче, сюда. Поставим последний маячок. Третий. Потому что я без понятия. Я без понятия, что делать. Так, все, да, пойдем. Что ж, сука, что грызет нахуй? Фу-фу-фу-фу. Так, быстрое перемещение. Так, теперь мы отсюда побежим к Мэри. Чтобы сказать, что. Так, скейтер вылезает в свой бар. Угу. Не отвечаешь, ведь многие обретают Иисуса, а потом вновь его теряют. Но тот, кто не бросил поиски, время будет награжден. Его присутствие помни его. В смысле, мне снова возвращаться нужно? Ух. Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Ну хотя бы у нас вот быстрое перемещение. Все, теперь мы можем тэпаться куда нужно, да, и все. Все жестко, но все равно будет. Он знает, что его видно. Тебя видно. Done, чётно, сын мой. Надеюсь, ты не подсматривал. Помни, я всегда буду так с теми, кто нашел меня. Можешь вызвать меня раз в день, но в битвах с боссами не жди от меня помощи. Приходи ко мне снова, когда хочешь. Угу. Плюс еще плюс два друга. О. О, 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 найс. Особый. У меня их два уже? Ну. В принципе. Так как у нас сейчас метка, эта херня довольно сильная. Максимальное здоровье. Окей, что мы делаем? В принципе, давайте потом отправимся к монголам. Тогда на этом закончим серию, да. Говорю, нужно как-то понять, какой мне нужен костюм или что мне вообще нужно, чтобы они меня впустили. Поэтому давайте на этом, я думаю, и закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.